Это антик, это саперы нарыли в Алеппо. Одна монетка 600? Ну конечно, не шиже. Нет, ну кто его знает, может у вас скидка. Новогодняя, да? Ну. Снег идет. У меня раньше такая была, потом я не знаю, куда она исчезла. Исчезла. Валер, расскажи, сколько времени? Да еще немного. Потому времени. Что я буду свое стекло убирать. Сколько? Подожди, сейчас продавать вот только начнешь. 12:56. Сколько? 56. Час? Час подходит. Говорит, полвторого. Ну, я звёздом. Ну еще 30 такой. Минут. Куда? Пока солнце светит, народ ходит. Солнце светит, народ ходит. Пока полчаса еще не обморозился. Здесь петровские монеты лежат. Вот это, вот это. Вот на таких у меня полно пятаков, обзоров. У меня больше 1500 этих роликов на монетах. Я покажу вам потом канал свой. Это в Ютубе. А в Дзене около 1000 сейчас роликов. Вот 200, я же вам говорю. На всякие-всякие. Ну, вот людям интересно будет. Ты там лучше распродажу устроил. А меня подбивают, говорят, куда купить, куда продать. Ну, 52 тысячи подписчиков все-таки. Я говорю, я не занимаюсь этим. Между собой там трите. А можно сделать, да. Все, сдох. Ну, вот здесь заморозился.